холодное море. Выходим в открытый океан смотреть китов. Холодно очень, если честно. Красиво. Как бы телефон не улетел. Абсолютно нереальная какая-то картинка. Как будто это вообще непонятно, на другой планете. Солнышко, аккуратнее, аккуратнее. Эльшка, можно я тоже пойду уже? А ты под ногу, а так вот. Просто координировано, но не настолько. Еще куда это? Смотри, пожалуйста, может мне спуститься, Лер? Помашите ручкой! Отзовитесь! Помашите ручкой! Боря, да, посмотрите, да, на меня, Лера. Главное, не спешите. Ой, мне кажется, или там нет? Нет, нет, тебе кажется, Лера, мне кажется. Смотри, смотри, они, смотри, дерутся, дерутся. Ага! Смотри, 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 у них разборка. Моя рыба, это моя. Лера, что, ловится? Думаешь, я позирую? Ну, смотри, чайки, Лер, они чувствуют, что сейчас я поймаю рыбку. А вот я этого не чувствую. Да? Сейчас плохо ловится, кстати. Не растет кокос. Крокодил не ловится. Крокодил не ловится. Смотри, смотри. Они ко мне приближаются, чайки. Значит, они... Слушай, может, правда тут рыбка есть? Сейчас акулу поймаю. Осторожно. Я сейчас упаду вместе с телефоном. Нет у меня ничего.
пока не ловится, друзья. Или не чувствуешь, что мы ловим рыбу? Да, интересно. Какой главный здесь? Fish. What we feel like we are fishing. Она тоже любит сетку. Спасение Пригожина Юси. Отплыли посмотреть кино. Специально такой тур организован. Вот остановились на такой красоте, ледниках прямо. Говорят, что можно пить вот эту воду. Сейчас найдем, чем зачерпнуть и попьем.